Всем привет! С вами Олеся Селезнева. Сегодня субботний день. Мы с семьей вышли в торговый центр. У нас новый построился. Ну, посмотреть, поглазеть, может быть, что-то прикупить. И вы не представляете, что я увидела в этом торговом центре. То, чего я не ожидала увидеть, это моих активных ключевых армелечек. И сейчас я хочу спросить, что же они тут делают. За мной? Привет! Привет, Олеся! Как у вас дела? Ну, дела неплохо. Мои два ключевых партнера, Наталья и Татьяна. Что вы здесь делаете, девчонки? Никак не ожидала вас увидеть сегодня здесь, в субботу. Работаем, предлагаем. Как любой из этапов бизнеса, самый первый шаг – это работа с клиентом непосредственно, чтобы могли попробовать, послушать аромат. Мы предлагаем нашу продукцию живую, воочию. Ну и, соответственно, собираем контакты. С промо-стойкой работать очень легко. Не надо бегать за клиентом, не надо что-то объяснять, потому что людям нравятся ароматы, красивые картинки. Они сами подходят и сами спрашивают. И наше дело остается только предложить. Армелечки – это очень легко. И, как и любой кирпичик в бизнесе, это один из кирпичиков основных, на котором строится бизнес. То есть вы создаете узнаваемость бренда «Армель», что сейчас так необходимо в нашем городе и в других городах, да? Смотрю, у вас шикарная стойка, очень красиво вы ее оформили. Наталья, это твоя идея? Совместная идея наша с Татьяной. Стоечку мы купили бэушную всего за 800 рублей в интернете. Сами обклеили, распечатали 80 рублей наклеечка, картиночки. И имеет свои преимущества привлекательности. Клиенты первые, что обращают внимание на стоечку, потом на флакончики, а потом уже на ароматы. Шикарно. Скажи, Наталья, для тех, кто боится, да, вот так выйти, скажем, в свет, постоять, потестировать, страшно ли это? Да, и как реагируют люди, которые подходят, тестируют? Абсолютно не страшно, очень просто, приятно. Ну, то есть мы вообще отдыхаем. Угу. И еще приятно и с полезным, еще получаем доход. Угу. А продажи происходят? Да, у нас обязательно продажи происходят. Не в таких больших количествах, да, откроем секрет, потому что не такая известная компания. Вот люди спрашивают, мы, естественно, рассказываем, сколько вообще существует компания, сколько лет в Оренбурге и так далее. Вот, подробности все рассказываем, объясняем клиенту. Ну ничего, люди лояльно относятся, интересуются, визитки берут. Даже потом ищут нас, если теряют. Вот сейчас женщина с девушкой подходили, они говорят, мы вас потеряли, и вот снова нашли, обрадовались, все, обменялись контактами. Шикарно. То есть вот эта работа, она помогает нам еще на перспективу, да, сработать? То есть, делая работу сейчас, мы работаем на результат, возможно, потом. Сейчас люди протестировали, им понравилось, они сходят с ароматом, потом приходят, возвращаются. А я сейчас, друзья, подумала вот еще об одной положительной стороне сетевого маркетинга, который многие так не любят, не уважают и стесняются. В начале видео я сказала, что сегодня я шла, просто гуляла, отдыхала, а в моей команде люди, которые, оказывается, брали и работали, то есть всегда интересно сеть, да, поэтому присмотритесь к этой индустрии, присмотритесь к компании «Армель», потому что все самое интересное впереди. Обращусь теперь к коллегам в «Армель» в других городах и странах. Это шикарная идея, с которой сегодня поделились любезно Наталья и Татьяна. Вы видите, что это несложно. Это несложно приобрести и делать, да? Это работает, это дает результат. Поэтому рекомендую вам в своих городах запускать такую волну всеобщего движения «Армель», бизнес «Армель», чтобы нас знали на каждом углу. И при слове «Армель» все понимали, классные номерные духи, хочу такие. Кто за, ставим лайк и подписываемся на канал. Сейчас запишу ваши координаты. В четверг сюда привезу в течение дня. Вы просто скажите, где конкретно вы будете. Вы будете что-то покупать? Да. Понятно. Примерно во сколько приедете? Я, например, могу сейчас туда подскочить на машину. На эту дорогу. Да. Ну, давайте, если... Так, я напишу. Или я вам... Вас как Давай, зовут? Наталья. И я Наталья. Что вот смотрите, Слава. Аромат 111 ваша дочка выбрала. Вот.
Я его к четвергу подготовлю, жду вашего звонка, и сюда на Локомотив приеду. Хорошо. Есть а вообще вы где? Вообще? Это есть у вас точки? Нет, точки пока нет еще Локомотив. Мы работаем именно вот так на промо-акции, заходим со стойками. На разных рынках мы можем встать. В центре Оренбурга сейчас снег растает. То есть вот я вам дала визиточку, не вопрос. Если вообще в Оренбурге, мы бы вам любой аромат до двери, пожалуйста. Вот. А так тогда, как вы в Оренбурге, звоните, мы с вами встретимся, давайте. Посмотрите, вы, может быть, для себя. Они тоже на работе, дети. Смотрите, вашу дочку как зовут? Лен. Лена или Наталья, можем отдельно с вами встретиться, я вам объясню, как работать с нами. То есть, если вы оформитесь в компанию, вы будете иметь доступ к этим духам к любым. Для мамы, для Лены, для сестер, для родни, мужьям своим покупать. Но если вы такой интересный, давайте, я вам все расскажу, оформитесь ко мне в команду. То есть, цена уже будет вам более интересная, но для этого нужно будет соблюдать некоторые правила. То есть, быть консультантом, продавать по цене продаж, консультировать. Вот. Но при этом иметь доступ самой ко всем духам. Хотите вот на это, Лена, когда будет в городе? Лена? Неизвестно. Давайте я тогда более подневольный человек. С мамой, с Натальей. Маленький. Давайте так, я с вами встречусь, вы у меня купите духи. И 15 минут вашего времени я вам все расскажу на цифрах. Оставлю координаты. И все, мы в следующий раз можем только по интернету оформлять вперед. Это парфюмерия номерная, компания Армель. Может, вы слышали такое? Только вот видела в контакте человека. Только видели. Только намного дешевле, по 1500. 1500-2500. Вот такие вот ароматы. Может, какой-то ваш любимый есть аромат? Это вот женские, а вот это мужские. 1500, да? Да, то есть вот 1500, ну и к серии амплуа, там они ниши парфюмерии, чуть дороже 2500. Давайте, какой вам нравится, если вот из известных? Шанель Шанс есть? Какой? Шанель Шанс, и мне нравится еще штучный. Шоссе Дезеро. А, нет, такого пока нет. Вот этот вот? Да, 104. Вот сейчас его у нас в продаже. Что сидит? Вот фреш лучше. Давай 104 покажи, а я 107. То есть мы прямо у нас сейчас в продаже есть. Могу вам на ручку нанести, хотите? Давайте, знаете, как с вами сделаем. Я вам сначала дам на блогере понять. А шоссе для вас будет вообще? Не знаю. Не знаю пока. Нет, у нас примерно раз 3-4 месяца появляется новинка. Но шоссе это пока не было. Так похож. Да. 107. Как первый или второй больше понравился? Второй. Давайте я вам на руку нанесу, кто сидит. Вы сразу не слушайте. Через 40 секунд, потому что концентрация очень высокая. Это не как нам нужно. Это парфюмированные духи. Нет, это не мощная концентрация. То есть здесь такой туалетный воздух. Через 40. В магазине. Там 7% концентрация, здесь 20%. И стоит более 8 часов. Не масло. Вот смотрите, тут написано, что эссенция Франции а произведено в России, но никаких наклеек дополнительных нет. То есть это 100% продукт, очень высокого качества, 20% концентрации, это бывает, что это именно духи парфюмерные. Послушайте сейчас аромат. Похож? Хорошо. Наверное, у меня больше шанс все-таки был. Но они более зимние, Шанель Шанс. Такого больше, да, нравится? Давай 104 попробуем. Второй шанс, смотрите, сколько может помочь. Вашему зайчику сколько? 2 месяца? Ну, третий. Три. У нас первый прибыль. Мальчик? Да. Давайте, может, быстро отправимся. 104. Кстати, 104 – это аромат привлекающий деньги. Знаете об этом? Нет. Здесь нотка ванили, достаточно такая сильная. Вот, а ваниль, он считается ароматом миллионеров. Очень стойкие, с утра вот мы наносим, и, в принципе, нам достаточно долго хватает. Ой, дайте протестировать. Будущее лучше. Да. 104 больше? Ближе вам, да? Какой 104, да? Будете брать девушку? Нет, пока подумаете, да?
Давайте мы вам визиточку оставим, Татьяна, вот эту визиточку. Если вам аромат какой-то нужен, привезем до двери. Можно узнать, да, если? Да, да. Ну, по поводу часа, что я звоню, еще подходят к вам. Они редко. Не могу даже ничего сказать. У нас сейчас появилась новинка, вот, но пока еще даже не так сильно сладко. Шоссейда, поэтому не знаю. Кто знает, сколько, может быть, будет сюда. Поэтому есть совершенно шанс, хотите звонить. Вы знаете, как вы как точно соберетесь аромат приобрести, звоните Татьяне, она к вам с набором приедет, обязательно что-то подберет. Вам и вашему мужу. И мужские даже есть? Конечно, мужские, вот смотрите, вот так выглядит. То же самое, хорошая концентрация, абсолютно. Вот так легко и навязчиво происходит работа на промо-стойке, да? С вами была Наталья Никитенко, Татьяна Балучевских и Олеся Селезнева. Всем до связи, всем пока! Если вам понравилось просмотренное видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Также, чтобы просмотреть другие интересные видео, кликайте по ссылке на экране.